Уйди, животное, скотина. Такие довольные все такие, счастливые. С дороги нахрен! Вот в этот колодец я ночью, зараза, провалился. Вот какая штука. О, славные мопеды нас догнали сейчас. Что-то у них обзор, по-моему, затемнен. Сколько их тут напихалось-то? Что-то они какие-то тихие. А что вы молчите-то? Ребят, дайте проехать. Мы боимся. Они боятся? А почему экипаж боится? Водитель, дятел. Посигналим ему, блядь. О, Биби! Уйди! Мы отбили поездку. 250. Я держу. Камеру сломаю. Вы слышали, Алюля им $500 обещал. А? Алюля вам обещал $500? Он 250. 250 всего? Ничего нам дал, блядь. У вас же камера Алюляя. Ничего он нам дал. Ё-моё. Я смотрю, у вас жизнь налаживается все лучше и лучше. У него камера какая-то грязная, блядь. Грязная? Смотри, что у него есть. Смотри там. О! Это Алюляйский нутрянка. Ай, красиво! Странно, я думал, что этот автомобиль вообще брызги никакие не выкидывает. Оказывается, бывает и такое. Эдак мы все крыльями-то машем. Олеська какая, молодец. Веревочку нашла. Ох. Ну что может быть прекраснее такого зрелища, когда такая красивая девушка ковыряется в грязьке, вытаскивает какую-то веревочку. Блин, меня какими-то тросами дергают. О, автомобиль еще один едет. Так, команда. Давайте подойдем к члену экипажа, который устроил это безобразие, заставил такую красивую девушку заниматься этой фигней. Скажи мне, пожалуйста, тебе не стыдно? Это секс. Что? Секс? Да. Какой секс? Экстремальный. Экстремальный? Блин, он говорит о сексе, у него даже коврики сухие. И не стыдно, а? Да, багажник был вот здесь. Это руководитель нашего мероприятия, ответственное лицо. Оно ходит спокойненько, созерцает окрестность и думает, как же здорово, что он не за рулем или где. Не знаю даже, что сказать. Что он? Что вы думаете, Алексей? Пошел вон! Переходим к категории квадриков. Что-то они стоят. Какое неожиданное движение началось. А сюжет становится все интереснее. Санька тащит трос. Да, накал страстей все больше и больше. Что там Светик делает интересно? О, мопеды нас догоняют. Дима, колеса вот сюда. Так, осуществляет руководство. Но экипаж импортных автомобилей просто созерцает, снимает чего-то. Я смотрю, пляжный сезон у нас потихоньку начинается. Танцы вдвоем, ах, эти танцы,
держите меня за руку. О, машин, 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 машин. О, блин. Ай, Игорько весь зад замылили. Это было возмущение, это полное безобразие. Андрюха, ты молодец, рулишь. Вот зачем Игорь действительно сидел. Игорек, скажи свое мнение об этом поступке. Дорогу уже взял. Такой скромный, довольный. Девчонки у него там еще сидят, нифига себе. Ух ты. Смотри-ка, пищит, но едет. Экипаж доволен. Юля! Я что-то несколько удивлен, почему ваш мопед так медленно едет? Что-что? Мопед ваш так медленно едет. А вот что-то как-то вот не хватает тяги. Так, давайте спросим у руководителя этого мероприятия. Тём, почему так много грязи и, блин, движение где? Да просто сюда мало, не хватает тяги. Вы едете как-то скучно, без веселых матюгов, как-то, я не понимаю. Это же квадроцикл. Трезвые. А, трезвые? Ё-моё. Вот так вот, везде днем трезвые джиперы ездят. Но я так не играю. А-а-а, засел! Нет, двигается. Блин, какое разочарование. Смотри, какая штука, буквиненькая. Давай. Куда идете-то? Мы на конечную точку маршрута. Это что это такое? У нас жреет в церкви, вот мы в церкви идем. А где ваш велосипед? Вот велосипед на полянке греется, оставили. Для колеса, да. Вот так всегда, блин, как копать, так давай, да? А как... Блин, довести хоть куда-то, так нифига, пешком иди. Довольные такие едут, ай. Что-то тянет, старается, куда тянет, ни хрена не видно. Куда и где эта машинка? Что это тут такое происходит-то? Почему не едем? Запуск лебедку. Забыли лебедку? Нет, запускаем ее. А, запускаете? Какой оригинальный способ. Заточка лебедки под топор? Или как это называется? Какой интересный метод. Вот так ее, родной, вот так. Ну-ка, давай. А с размаху? Все. Она что? Все. Панушка пока померла. Хе, прикольно. Всегда не косарик, предсказуемо все проезжает. Песня, знаешь, технология? Нет, пёс, она не Давай еще. Давай еще подрежу. Я тебя любя. Ты прости, но я тебя любя. Блин, надо предупредить, у меня камера. Да у нас тоже камера. Блин, я на свою хотел. Все получишь, да, не переживай. Еще надо подрезать. Еще надо. Деньги давай, Леонид. Смотри, а где Алюляй, блин? И в парикмахерскую ходить не надо. Алюляй! Мы его постригли здесь. Смотри. И тебя вылечили. Не все же он постановочный. Ё-моё, такое про это самое. Ну, вообще надо было, блядь, взять, конечно. Можно еще сделать. Олег, обидься и уйди назад. Так, в кого же голос остались?
Что ж ты в глаз-то тыкаешь этой камерой своей долбанной? Дайте что-нибудь порулить! Да, кто-то потерял предметы автомобиля, а эти извращенцы опять жизнь свою веселя. Подвиньте, дай порулить! Стоп, это армейская машина, правый руль тут. А вот тут в базе покажите, ребята. И это называется взрослые люди. Да, садись на нее. Ребята в базе. Дура, поехали. А ты как тут реагируешь? Я праворульная машина, Шурик за рулем. Что-то опять разобрали, расковыряли. Смотри, что у тебя в руках такое? Ой, какая штучка. Не дам. Где Хантелюбин? Где он? Самое тревожное было у нас, потому что все было у тебя. Мы выполнили, доставили. Да. Потом, когда люди приезжали... А мы что-то привезли. Знаешь, как нас ждали, бля, как обрадовались вообще. Что вы передали медведям? А меня совесть мучила. Я думаю, блин, люди... Совесть мучила. Все, короче, мы честно боролись. Проехали, да. Вот ты что, не поехал? Странно, потому что, смотри, Кирилл, мы Кирилл, же за вами пошли, поехал, и мы не видели, когда вы развернулись. Что-то они там шалят вдалеке. Удалось наконец-то засесть. Ну, бывает иногда. Усилием штурмана, надеюсь? Да, не все же везде есть. Это хорошо, хоть штурмана в грязьке поплескается. Да, что-то штурмана заскучали. Ой, а газку? Умеет газовать. Она нас, собственно говоря, и остановила. Прямо как цавы. Давай посмотрим, что у нас в салоне. Как ощущения? Он оттуда снизу. Есть какие-нибудь слова? Ну, только без матюгов, конечно, так, ну, нормальные. Тогда падала молча. Ну, бампер, посмотри. Давай на завтра зацепляем. Это не остановило. Так бы сейчас, наверное, лежали. На место сразу! На место! Так, мой коврик! Так, коврик, пожалуйста, блядь!